играли. Да, я помню тебя. Чуть-чуть помню. Что другое включить. Так, надо будет катку загрузить на YouTube. На Ренате. Ты жив, Рома? Ну да. Таблетку выпил. Мне голова разболелась, что там. Только на саппортах играю, да нет. И в лесу могу поиграть, и на адекерри играю. Ну, в основном это саппорт и адекерри. А так, типа, раньше начал пару неделю назад где-то, да? То есть пробовать себя в лесу начал. Блин, так хорошо, когда 100 FPS держится ровненько. Вот, но жаль, что оно не держится ровненько, а падает до 30-40. Пробовать в новом, так что на мальчиков потянем еще? В смысле, потянем еще? Не понял, объясняй давай. Вот видишь, 100 FPS сейчас. Вот сотка держится. Все нормально, типа, да? Вот, сотка. И сейчас в любой момент может дропнуться до 50, до 40. 70, вот. Осуждаю. Как же лень проходить калибровку? В ТФТ иди. Меня на мальчиков? Ну давай, пробуй. Меня на мальчиков. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, а кто там саппорт? Жанна? Фриски? Так, надо что-то делать, надо там кушку кинуть вот так вот. И зрелья пощекотать. Ну, вроде получается. Оп. Что это за скин на крыса? Ковбой. Теперь как топовый стример с двумя мониками, ну да. Так у топовых стримеров не только два моника, там 3-4 моника.
Я мало урона наношу со скиллов, мне надо экономить ману. Стараться автоатаками их как-то. Настакивать. Хотя нет, не надо экономить, зачем экономить? Тебе тоже надо 3-4? Нет. Так даже если бы и хотел, то некуда подключать. В этом ноуте можно только один второй монитор подключить. Это не тот ноут, где есть и HDMI, и DisplayPort. Это не тот ноут. Ну а так, да, чувак, а почему бы и нет, хотел бы, конечно. Почему бы и нет? Зачем мне 3-4 моника? Ну вот, на одном игра, на втором чат с OBS, на третьем вкладка в браузере с музыкой, на четвертом YouTube открыт, чтобы проверять, трансляция забанилась или нет. Ну вот как-то так, да. Как-то так. Вот зачем. Все логично. А вообще лучше купить этот телевизор, да, 4К с большой диагональю и разделить его на 4 части. Хотя нет, это нельзя сделать. Ну то есть, чтобы на всех четырех половинках разные эти контент разный был. Блин, он же меня съест, капец. А чё так много урона? Жесть, так много урона там. Мне шако нанес. А, он игнайт еще в меня дал. А, ну понятно. Тогда понятно. Вообще возьми всю комнату в Мониках заставить. Да с радостью. Ты знаешь, сколько это электричество будет выкачивать? Мне родители выгонят из дома. Так эти Моники еще нужно купить. А деньги я... Откуда я возьму? Надо на работу устраиваться. На завод. Ты врешь, что грустно и не заходишь куда? Крыса, давай спушим это все. Пуш, крыса. Пуш. Не, ну, вчера просто, я говорю, чем я занимался, то есть у меня не было времени и возможности стрим подрубить, потому что я ждал, пока приедет сегодня этот монитор, а уже после этого монитора я крепил на стену, после того, как монитор закрепил, крепил уже подставку для ноута, тоже на стену, чтобы мне удобно было, да, подстраивал это все, то есть... Я не мог сделать так, чтобы сначала подставку для ноута закрепить, а потом уже как бы это. То есть такой вариант, ну, никак не прокался. Поэтому я и не мог стрим подрубить. Не, в теории я мог стрим подрубить, но мне лень было. Просто с ноута запустить, да, на... Мне такой уставший уже был, и все.
просто уставший очень был. Я целый день мастерил. И подставку делал, и то на улице, в морозец, с лобзиком ходил. Крыса, ну не... Ну не стой, крыса, ну дай пару автоатак, ну... Твич мог подойти и дать пару автоатак в Жанну, мог подойти и дать пару автоатак в Зреле. Я бы дал изнурение, убили бы вдвоем, он просто с 1/4 хп просто взял, отошел и все. И как бы делай, что хочешь, там умирай, не умирай, это твои проблемы. Сидит и думает, крыс. Твои проблемы, как бы. Ага, то есть, когда лесник подошел, крыс решил тоже подойти. Интересно. Ух! У меня на чердаке вчера ночью кто-то орехи катал. Мыши или крысы? У меня на чердаке есть 3 мешка с орехами, их нужно будет спустить. И мыши проделали, или крысы. Ну, короче, кто-то из них, а возможно обе. Оба существа, да. Проделали, короче, дыры в мешках, и оттуда орехи повыпадали, и они эти орехи катают по всему чердаку. В прямом смысле катают, я не знаю зачем. Просто берут и катают орехи. Крысы и мыши. Мы им, конечно, там поставили ловушку. Липкую ловушку. Для крыс и мышей. Крыса, ну ёперный театр. Все кнопки сбросились. Сочувствую. Сочувствую. Блин, мне какой-то пассив на крысе. Блин, он реально пассив. Я не знаю, как стоять бот. Не знаю, ну он вообще ничего не делает. Ну вообще ничего, не ультует, не раздамаживает, не разменивается. Я сижу, впитываю дэмэдж от двоих, он вообще ничего не может сделать. О, самое время ультануть. У него 10 хп, он сидит под вышкой. Что же я сделаю? А, нажму ульту на крысе. Сидит и думает. Очень сложный выбор был у него. Типа, либо спасти свою жизнь, либо нажать ульту и сдохнуть. Все, ясно, короче. Сады керри. О, господи. Да мы бот слили, у меня нет воды керри на боте. Меня переполкивает зрель. Это вот тут вот горячие клавиши, передвижение игрока, передвижение ядка, вот тут вот. Не знаю, у меня уже несколько игр подряд, какие пассивные AD Carry на боте. Что в прошлой катке Самира, которая под Ренатой не хочет врываться, что в этой катке у меня крыс, который... Ну, там Самира хотя бы врывалась в некоторых моментах в прошлой игре, но здесь вообще полный трэш на крысе. Этот вообще ничего делать не хочет на боте. Вообще ничего делать не хочет. Все, стрим залочился. Надо перезапускать.
Пошел, родной, пошел. Жух, жух. Жух, 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 разгончик пошел. Ебой. А, хорошо. Хорош на крысе. Умничка. Жесть, там дэмэджа. Очень слабая Тима. А в частности, самый слабый крыс. Ой. Все, мне типа делать нечего на боте. Я должен уже по карте бегать. В такие моменты. Ну ты молодец. Смайтишь? На отлично. Я хотел помочь ему зафармить по-быстрому пак. И он взял его засмайтил в тот момент, когда там оставалось 10 хп. Иди сюда. Да не стилил я твой ред. Ты нажал смайт неправильно. И что, это я один тут остался? Говно. Какой там кулдаун считал Жанны? 3 секунды? Рома, ты только соло играешь? Да нет. Но сейчас, когда калибровку прохожу, соло. А так, фулку там со зрителями играем. Но в последнее время соло. А раньше там в течение недели со зрителями играл. Не так уж давно. Сейчас пока соло. Не кипишуй, утер, не кипишуй. Все тип-топ. Ну, да, сиделся в кустах. Удир. Да, сиделся. Шако тут на фри бегает, вместо того, чтобы подойти и загрызть его вместе со мной. Сидит в кустах.
Походу я остановлюсь на третьем серебре. Я не поднимусь выше. Это восьмая катка будет или девятая? Не, девятая, по-моему. Чувствует моя попа, что тут будет поражение. Как всегда, у меня Хасаги в команде со счетом 2-2. Они со счетом там 10-2 к 18 минуте, которые против меня Хасаги стакаются. Не знаю, вот против меня попадаются Йоны, попадается там Ясуо. Они всегда тащат. Всегда. Попадается со мной в команде Ясуо, Йоны, вот. Ну вот. Мид спушен, все, спушенная игра слита для него. Не знаю просто. Просто мне не везет попасться на играющих людей, на этом героя. В команде. Чтобы они были моей. Просто не везет. Дариуса некому убивать. Ну, вроде Йона его убил. Мне не нравится крыс наш. Ну, вообще не нравится. Был бы нормальный АДшник, вот этот вот Изриэль был бы у меня в команде. Было бы все. И, короче, сейчас на АДкерри пойду поиграю. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, это реально приколы какие-то. Что в прошлой катке, что в этой катке. Блин, люди боятся что-то делать на боте. Они боятся, они реально боятся, они просто всю игру, вот, была бы у них возможность стоять и фармить всю игру под вышкой, они бы воспользовались этой возможностью. Они боятся. Они боятся подойти, дать пару автоатак, они вообще боятся всего, что движется. Такие черты. А, я выжил? Привет, Руслан. За сколько брал микро? Ой, дай вспомнить. По-моему, за 3400 лей молдавских. А в рублях это 11500, по-моему. С канала закинул деньги. Это не за свои я покупал. За свои я бы его никогда не купил. За свои я бы его никогда не купил. Ну, по крайней мере, в ближайшие пару лет. Оп. Сейчас Изриэль ультанет и все. А где Шако? Ой, Шако этот. Крыс. Все хорошо. Живем. Щиточек даю. Отлично. Живем.
Ну, меня пока мое сиденье автомобильное устраивает, в котором я сижу. Я, конечно, хотел бы какое-то другое кресло, но мне кажется, бессмысленно. Потому что это удобное. Я могу долго в нем постримить, и нормально все будет. Хорошо буду себя чувствовать. То есть спина не будет болеть, шея там тоже. Автомобильная сидушка хорошо. Зарекомендовывают себе. 86-го года. Оп, 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 оп. Давай, давай вот это вот еще. Перца. Чили заубьем. Смотри, он... Ну, ну, удир, ну не смотри! Ультую. Блин, у меня удир краба фармил. Он все это время краба фармил. Ну серьезно. Ну какой краб? Сразу-то не нужно. Снизу горшок кинул. Ты что? Какой горшок? Нету тут никаких горшков. Да, унитаз. Типа переделать под... Приделать унитаз под этот, под сиденье. И вообще можно из комнаты не влазить. Как там погода в Крыму? Штормит? Опа! Опа, 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 все, это похоронное зрелище. Ну, а нечего ходить вот так вот без вардов в лес. А вот нечего ходить в лес чужой. Я скоро к нему с Украины приеду, тогда заштормит. Серьезно? Ты еще оттуда не уехал? Не будешь уезжать, а я бы уехал. Была бы возможность. Ну, будь я на твоем месте. Я бы уехал, 100%. Я бы 100% уехал. Ну, это мое мнение, да. Касаемо такой вот ситуации. Но я бы уехал. Если бы у меня... Ну, если бы я был девушкой, да? Да никто ничего не должен. Просто я говорю, что я бы уехал. Я бы в таких условиях не смог бы находиться. Я бы нашел, куда уехать. Есть родственники и у меня и в России. И... Я бы к ним уехал. Да и сейчас тоже могу уехать. Не пришло еще время, короче. Но мне кажется, оно придет. Потому что делать тут нечего в этой Молдове. Мертвая страна. В прямом смысле. А сил хватит, чтобы им дать то, что? А, ты про... Я понял. Так. Пойти, что ли, за... А что я это выкачал? Зачем я это выкачал? Амулет фей. Что я хотел собрать? Не знаю. Что-то хотел, уже не знаю. Знаешь, сколько молдаван? Я уже второй или третий раз вижу от тебя этот вопрос, Руслан. Давай что-то более оригинальное.
Ты уже пару раз писал это на моем стриме. Только ты это пишешь, больше никто. Опа, ульта топовая, бамс. Хорошо. Е-бой. И что там, крыса не может справиться с Шакон, нам надо запушить. Почему меня бьет? Успокойся. Пушим, 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 девочки. Пушим, пушим, пушим. Все, выиграл. Я думал, кстати, проиграем это. Походу, я с Удиром это выиграл. Тоже не люблю эту тему затрагивать. Сойдемся на том, что все мы братья, да? Все мы братья и сестры. Человеческий род должен жить дружно.